Цветы и растения, Blumen und Planten. Каждый день праздник в доме. Всем привет! Я в супермаркете Jumbo. Делала здесь покупки продуктов. Иду вот уже на выход к кассе расплачиваться. И по дороге вот здесь отдел цветов и растений. Ну и не удержалась, вот хотелось вам показать. Сейчас, конечно, разгар лета. И выбор просто огромный. Вот такие здесь цветы. Посмотрите, вот маки даже, коробочки маков. Но здесь в основном вот монобукеты. Это значит, что вы можете взять, допустим, красные, там розы, желтые герберы, вот те же маки, да. Ну, то есть вы выбираете и составляете сами, либо вам могут это сделать в один букет, это бесплатно. Ну, скорее всего, цена забита уже в цветы. То есть вот такие здесь цветы. Ну вот есть и букеты даже уже готовые. Орхидеи по 6 евро штучка, ну, по-моему, по 2 веточки. Вот цветущие. Ну, они обычно вот дешевле, когда все бутончики уже открылись. Смотрите, а тут есть вот еще бутончики. То есть можно вот выбрать. Я честно скажу, вот мне нравятся орхидеи где-то. Дома. Вот у меня сейчас есть несколько, 3 штуки, по-моему. И вот они никак не начнут цвести снова. Ну вот, там кассы. Ну, я со сканером, то есть я буду сама. Да, сканер поставлю. Здесь, смотрите, вот такие вот аксессуары. Мне, кстати, вот понравились. Морские звезды, вот их было больше, разобрали. Вот такие вазы, смотрите, какие яркие, цветные, такие летние вазы. Такие композиции на салонный столик, на подарок. Вот куда-то идти с собой взять. Такой чисто символический. Ну и вот здесь букеты. Смотрите, укроп. Здесь есть букеты, которые приходят сюда из цветочного магазина. А есть букеты, которые составляют сами продавцы этого супермаркета. Такой солнечный букет, прям солнышко, подсолнух. Красивые букеты, конечно. Вот я бы никогда сюда не поставила хризантему. А они поставили, и хорошо это смотрится. Ну, вот тут уже много хризантем, дубков. Вот как красиво. Прям не знаешь, какой выбрать. Какая красивая гортензия, такой насыщенный цвет, прелесть. Георгины, здесь называются далии. Thank you.
Мне эти очень нравятся, такие они летние, такие позитивные. Ну, букеты все позитивные. Ну, вот очень интересный букетик. Напишите, а какие букеты вам понравились или какие букеты любите вы? Смотрите, какое сочетание. И кала, и гвоздика, и гербера, и бессмертники, роза. Ой, ну столько всего, и все смотрится очень красиво. Мы на Рейнском канале. Сидим тут с Сашей, пирожки кушаем. Ой, стрекозы летают. Красота. 20 градусов. Погода просто чудесная. Это мы в Лейцендаме. Вот там гавань Амстердама. Ой, Амстердама, Лейцендама. Вон, видишь? Там домик. Вот здесь вдоль дорожка. Это тот же канал, который у нас там, когда мы ходим с Лили гулять. Там мельница. Саша! Ну так здесь сидишь, не видно, а там мельница еще.
дома, а вот тут мы были с тобой, там парк, это уже к воде выходить. Тут теннисный корт, помнишь? Да, да. Да. А тут вот ресторан Rose & Roost, вот. Ага. Мы тут хотели снять для свадьбы, но потом передумали, другой нашли. Классно, правда, красиво? Да, да. Большие деревья. Тут тоже такие виллы, особняки. Ну, вот какие домики. С этой стороны, смотри, старые домики. Видел? Да. Вон. Да. Вот, видишь, это мы опять сюда выехали. Ага. Без 10:06 уже. Это вот еще все Leeds and Down. Ну вот мы и дома. Пока-пока.